Всем привет! Сегодня 7 апреля 2020 года. Поздравляю всех с началом мотосезона. На спидометре более 7000 километров. Мотоцикл перезимовал нормально. Небольшие царапины и ржавчину подкрасил из баллончика. Благо позволяет это влагокрасочное покрытие мотоцикла. Для того, чтобы завести, слил старый бензин, смешал с новым, опять залил и подзарядил аккумуляторную батарею. Мотоцикл завелся с полоборота. Единственное, что нужно выкручивать ручку газа до тех пор, пока двигатель не прогреется. Подсос не справляется со своей функцией при холодном двигателе. Заменил масло. Подтянул и смазал цепь. Мотоцикл готов к началу мотосезона. В подтверждении короткий видеоролик. Guten Tag, Ausweis bitte.